И еще о одном средстве с гиалуроновой кислотой хотелось бы в этом видео рассказать. Это будет абсолютно новая информация, потому что об этом средстве я еще ни в одном из своих видео не рассказывала. Это вот такой вот набор от марки Филерина. Это такие вот две баночки, одна и вторая. Сейчас я их пока поставлю на ладошку. И вот этим вот замечательным баночкам также в комплекте вот такой вот маленький. Нет, не пугайтесь, это не настоящий шприц, то есть там вот иголочки, ай, разваливаются мои баночки, благополучно нет. Сейчас я вам быстренько попробую рассказать про то, что это такое. Филерина, это у меня вот, собственно, вот такая вот даже инструкция осталась. Это Dermacosmetic Filler Treatment for at home use. Это филлер на основе гиалуроновой кислоты для использования в домашних условиях. Нет, пожалуйста, не бойтесь, никуда под кожу он не вводится. Это исключительно поверхностное средство, в состав которого входит гиалуроновая кислота в большом количестве, как высокомолекулярная, так и низкомолекулярная. Вот, собственно, сейчас покажу. Здесь вот написано вот, гиалуроновая кислота разного объема входит в состав данного средства. Здесь у нас и сама гиалуроновая кислота, и гиалуронат натрия различный. В данном средстве 6 видов гиалуроновой кислоты, то есть молекулы разной степени крупности, соответственно, одни из них работают исключительно на поверхности нашей кожи, другие проникают в более глубокие слои нашей кожи и увлажняют, соответственно, удерживают влагу на более глубоких слоях нашей кожи, и комплексно данное средство действует очень и очень неплохо. Итак, в двух словах, как работает данное средство. Для начала оговорюсь, что данное средство филерина, оно выпускается в трех концентрациях. Первая – это самая маленькая концентрация, это степень 1, grade 1, это для совсем молодой кожи, это для кожи до 30 лет. Дальше идет степень grade 2, степень 2, для кожи 30-35, наверное, до 40 лет, и после уже идет степень grade 3, это степень 3, соответственно, уже для зрелой возрастной кожи. Я для себя купила степень grade 2, у меня степень 2 для моей кожи, и вот с помощью данного средства я за своей кожей активно периодически ухаживаю. В инструкции говорится, что данное средство необходимо применять один, можно два раза в день, желательно курсом 14 дней. Я, конечно, хулиганка большая, подобной вещи не сделала. Я использую данное средство как некое соцсредство, как некую масочку, к нему я прибегаю периодически и, собственно, наслаждаюсь результатом, как данное средство работает. Еще раз, в данном средстве у нас две бутылочки по 30 мл каждая. Вот такая вот Dermacosmetic Gel Filler. Это первая бутылочка с такой вот прозрачной, гелеобразной жидкостью. Он такой вот достаточно густой. Вот у нас та самая наша волшебная гиалуроновая кислота. И второе, это Nourishing Film for the Oval of the Face. Это вот такой вот крем, густой-густой, на основе также гиалуроновой кислоты. Он также в стеклянной бутылочке в объеме 30 мл. И здесь, собственно, написано, что как раз вот каждая из бутылочек рассчитана на 14 применений. Одна доза считается, что 2 мл. Если мы говорим о том, что одна доза, одно применение — это 2 мл, то, соответственно, вот на 14 доз, на 14 применений каждая, ну, вообще-то на 15, если бутылочка 30 мл, но тем не менее, на бутылочке написано, что на 14 доз, на 14 применений каждая баночка рассчитана. Также в комплекте есть вот такой вот шприц объемом миллилитр, вот у него есть такая вот шкала, и ну, вот шприц как шприц, маленькая помпочка и вот такой вот носик. Дозатор, там есть маленькая дырочка, собственно, этим шприцем вы набираете необходимое количество средства из бутылочки, чтобы не залезать в бутылочку ни пальцами, ни ложечками, ни какими другими средствами. И дальше уже из этого шприца вы аккуратненько наносите подобное средство уже на лицо. Что делаю я? Во-первых, хочу сказать, что на мое лицо использовала я данное средство уже достаточно много раз. Мне объема 2 мл, честно говоря, упорно и упорно кажется много, потому что мне одного шприца, то есть вместительность шприца, это я повторюсь, 1 мл, вполне хватает на одно применение. Итак, собственно, вот это вот первое средство надо нанести на лицо минут на 10-15, оно наносится как маска. Шприц, он и не очень нужен, основная его функция, я так понимаю, не
не залезать пальцами в эту волшебную бутылочку, потому что дальше из шприца вы также, собственно, наносите на кожу, можно нанести на все лицо, аккуратненько распределить, можно нанести на какие-то отдельные зоны, на те зоны, где у вас появляются первые морщинки, это лоб, это носогубки, можно по контуру губ его нанести, на скулы, все, что вы хотите немножечко увлажнить, подпитать, чуть-чуть увеличить объемы, вот туда также можно наносить это средство, оставлять его на 10-15 минут, я периодически оставляю даже больше, дольше, я могу нанести, делать какие-то свои дела, соответственно, средство я ношу на лице в течение 20-30 минут, оно очень комфортное, это легкий прозрачный гель, он, собственно, аккуратненько впитывается, дальше я убираю данное средство с моего лица с помощью влажных дисков и наношу свой обычный дневной уход, и потом я, как правило, в вечернее время уже в качестве базового вечернего ухода могу нанести вот это вот средство Nourishing Film, также с гиалуроновой кислотой, для того, чтобы увлажнить мое лицо в ночное время и поухаживать за моей кожей более интенсивно. Также от этой же марки Филерина у меня есть еще одно средство, которое вот эти вот три средства, как я вам уже показала, они идут в одном комплекте, в одной такой большой достаточно коробочке вместительной. И есть еще отдельно вот такое вот средство, вот такая вот туба, объемом 15 мл, Филерина Eye and Lip Contour Cream. То есть это такой специальный крем для зоны вокруг глаз и для контура ваших губ. Данный крем также идет в трех степенях, он есть Grade 1, Grade 2 и Grade 3. Вот я, соответственно, взяла для себя этот крем также в степени 2, так же, как и мой основной набор филерина, и я периодически, если у меня, опять же, нет времени там сначала выдерживать вот этот вот первый, который концентрат гиалуроновой кислоты, или там потом наносить вот этот вот крем, я могу просто на отдельные зоны нанести вот этот вот крем филерина. Он помогает убирать и разглаживать мелкие морщины в зоне ваших глазок и ухаживать за нежной кожей губ. Он помогает поддерживать в тонусе контур ваших губ, помогает поддерживать контур ваших губ более четким. И, соответственно, я считаю, что регулярное, более или менее регулярное применение подобного крема или какого-то аналогичного крема этому, оно очень и очень способствует тому, чтобы вы продолжали выглядеть молодо и, во всяком случае, в возрасте 30-35 лет вы точно выглядели значительно моложе собственного возраста. Пожалуйста, не жалейте времени на уход за собой. Пожалуйста, любите себя. Пожалуйста, будьте красивыми, будьте желанными, будьте счастливыми. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока-пока. Впереди еще очень-очень много интересных видео. Не пропустите.